У Виктора Наумовича имеется целый цикл на его поэзию, но мы исполним только две сегодня. И так уж вышло, что получается у нас сегодня какая-то галерея литературно-музыкальных портретов. Вот еще один из них. Этот номер называется «Как яблочко румян». Как яблочко румян, одет весьма беспечно, не то, что очень пьян, но весел бесконечно. Есть деньги прокутит, нет денег обойдется, да как еще смеется. Да ну их, говорит, да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей-ей, умру, ей-ей, умру, ей-ей, умру от смеха. Шатаясь по ночам, да тратясь на девчонок, он, кажется, к долгам привык еще с пеленок. Полиция грозит, в тюрьму прятать хочет, да он-то все хохочет. Да ну их, говорит, да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей-ей, умру, ей-ей, умру, ей-ей, умру от смеха. Забился на чердак меж небом и землею, свистит себе в кулак, да ежится зимою. Его не огорчит, что дождик сверху льется, промокнет весь, трясется. Да ну их, говорит, да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей-ей, умру, ей-ей, умру, ей-ей, умру от смеха. У молодой жены богатые наряды, на них устремлены двусмысленные взгляды. Злословие не щадит от сплетен, не тобою, а он махнул рукою. Да ну их, говорит, да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей-ей, умру, ей-ей, умру, ей-ей, умру от смеха. Приходит смертный час, больной лежит в постели, сомкнут не может глаз, видения одолели. Бесовский хор бежит, она над клубнями конкурирует.
Чего?